официанты, там чё, неси сюда еще. Обозначил на танцполе свою мишень, не намерен вскоре подкатить к ней без разрешения. Хотя в целом я сам давно под прицелом, эта мадам напротив меня уже глазами съела. Чтобы понять, что там, мне надо пару шотов. Иногда Олег превращается в Ашота. Ашоту похуй, с мужиком она или без. Ашот в этом заведении имеет нормальный вес. За Ашотиком могут приехать ребята, так что не надо, мы соблюдаем порядок. Лучше закажу выпить для себя и для Алика по маленькой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг ее. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта.